В прошлом году на плей-офф у нас были огромное количество эмоций. Были как и слезы, так и радость. Как наши болельщики говорят, валидольная серия. Восторг, что «Динамо» спустя долгий период вышла в плей-офф. Какая-то недосказанность, ну и возмущенность есть немного. Было видно, что мы можем выигрывать и можем проходить дальше. Так получилось, что в этом году мы снова вышли на СКА, но все в наших руках. На каждую сильную команду есть соперник сильнее. Каждый игрок должен выходить, делать свою работу, быть морально выносливым. Есть уверенность, есть заряд энергии. Команда друг за друга борется, все один за одного. Показывали очень хорошие результаты с другими командами, поэтому я думаю, мы сможем. Если у нас есть такая возможность, значит, надо играть до конца. Вместе мы победим всех. Чтобы вы прежде всего верили в себя, а там, на арене, мы вам полностью поможем. Биться до последнего, с борьбы побед не бывает. Мы с вами, весь Минск за вас и вся Беларусь. Давайте покажите, как вы сделаете СКА нам здесь и сейчас.